Здравствуйте, с вами Олегович, вы на канале Олегович Геймс, мы продолжаем игру Mass Effect 3. Так, давайте поговорим с этим Зайдом. See if some old contacts of mine are still around. Can't promise you anything, but if enough of them are still breathing, I can lend a hand. О, еще он какие-то задания закинет. You know the current leader of the Sons? Vosk, don't remind me. Little scumbag shot his mouth off on a patrol mission once. Got half his squad killed. Real popular after that. We couldn't boot him from the Sons fast enough. Should have ended his tenure with a bullet. Да, по-моему, он тогда убежал во второй части. Так, это все одно и то же, он не чешет. Так, давайте теперь вернемся в казино Рояль. Нам там надо сейчас встретиться с этой подругой одной. Купить эти вот для вечеринки продукты. Как бы нам это сделать? Ага, здесь не прокатит эта херня. А и подождите, здесь еще же был этот вот. А, как его? Контрольно-пропускной пункт. Блять, здесь где-то же должен быть этот вот переход, нет? Я не помню просто, где он тут находится. Блять, это можно долго тут бродить. Давайте сделаем по-другому. В любом направлении к этому вот. Посольство, подождите, что вообще не президиума, там быстрее, по-моему, можно переместиться. Так вот делаем. Так, вот. Silver Sun Strip. Так, давайте теперь встретимся с той. Подождите, там еще в казино можно зайти. Я вот думаю, что бы там сделать такое. Так, 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 так. Может сначала. И, блядь, тут еще есть стрелялка у нас. Только параллельно. Давайте повоюем, че нам, блядь. Это здесь, да, насколько я помню? Так, пятерка. Так, арена арсенала. Армакса. Все. Погнали сюда. Давайте чуть повоюем. Купить билет даже можно. Армакс 6, а что это значит? Так. Я хочу чуть-чуть здесь побродить, чтобы понять, а это что такое. Улучшение оружия есть. О. Ага. Все, я понял. Так, подождите, давайте улучшим то, чем я пользуюсь. А, безусловно, я пользуюсь это чем? Палачом я буду пользоваться по-любому. Так. Фаланга, сюрикен, подождите. Ярость, мститель, винтовка, защитник. Ураган, мотыга нет. Вот, фестон. Так, что, чем я там еще пользуюсь? Ух ты, еще можно фестон. Давайте еще. Ну а до скольки уровней тут вообще можно это поднимать? Четвертый уровень фестона, давайте. Еще и пятый есть, ничего себе, ураган. Пять уровней это предел, я так понял, да?
Калач. Так, где мой дробовик этот? Подождите, Грааль, где он тут? Кто-то видит этот Грааль мне? А вот, есть он. Бля, сейчас без денег останусь тут. Так, интерфейс канала снабжения. Ага, все понял. Так, ну это мы поулучшали. Что тут еще есть интересного? Магазин золотых. Позовет выбрать очень опасных, очень ценных соперников. Какой-то новый коллекционный. Ага, у нас жетонов тут нету, я понял. А это что за хрень? Понял. А это что такое? Куча какой-то чухни здесь. О, вот это у нас есть вдова. Мы уже себе ее прикупили. Так, у нас там все улучшается. Так, там ни хера нету. Так. Давайте тут сохранимся. Знаем, что тут хочет Armax. Hello, Commander Shepard. Welcome to the Armax Arsenal Arena. Armax Arsenal and the Citadel Tourist and Visitor Board have registered you for a complimentary competitor's pass. You may start a match by going downstairs and selecting simulator options. When you are ready, enter the locker room. Ага, понял. Это интересно. А что тут есть? Ага. Тут пока доступ закрыт. Нам надо настройка боевого симулятора. О, ария здесь есть. Ух ты, блядь. Так, добро пожаловать, да. Чё дальше? Это чё значит? Ведомый какой-то. И чё тут? Ага, понял. Да мне пофиг, давай этого гандона. Ага, вижу. А это что за хрень? Так, оружие у меня. А какое у меня сейчас оружие? Так, надо, короче, оружие тут самое охеревшее ставить, я так понял. Так, извини. Берем вот это. Так, это да. И, а что тут? А, есть эта вдова у нас тут.
кстати, можем ее здесь испытать. Вот оно, ух. Угу. Все. Так, это есть. Что тут еще у нас? А для команды мы не можем изменить комплект? Не можем. Так, боевой симулятор. Сохраняемся. Ух, сейчас повоюем. Ага, тут есть у нас 7 очков менее. Что там есть у нас? Так, это что такое? Так, что у нас тут? Это подруга. Ловушка. Пускай перезарядка. Это ей изучили. Так, а ты чё? Бля, деформация. Есть. Ну все, погнали. Я помню, арена тоже была, по-моему, второй части там. Тоже, я помню, там был лучший по всем позициям, насколько я помню. Эти суки. Чё за бонус? Вот сукины дети. Так, что тут с тобой можно еще такое сотворить страшное? Так, берем бонус. Финальный раунд. Что, сучка, спрятался тут? Ах ты, гондонья морда.
Че, все? А, так, 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 сейчас за серию убийств. Бонзами, так, не знаю, что там нам надавали. Финансовый рейтинг серебро. Ну хорошо. Понятно. Так, ну попробовали тут чуть-чуть повоевать, да? Посмотрели. Так, давайте, что там, я не знаю, что там еще. Я не хочу сильно много тратить на это все время. Давайте в казино забежим еще. Мне интересно, что там в казино творится. Ну, посмотрели, да, разные есть арены, блин. Повоевать можно. Оружие разное попробовать. Так. Так, на второй этаж я пока что еще не иду. А вот там, где казино, я хочу посмотреть, что там есть. Интересного. Так, здесь казино, да? Да. Так, сохранимся. Нихера себе. Казино. Так, так, так. Очень похоже на то казино, где мы уже были. Походу, это и есть, я так знаю. Че тут Рекс рассказывает какие-то небылицы, что ли? Так, давайте туда смотримся. Ух ты, блядь, сколько тут всякой чухни есть. А тут что это такое? Ага, здесь можно было вот так вот. Так, здесь мы были. Арена арсенала, все. Возвращаемся на этот балкончик. Сейчас посмотрим, что тут может еще быть интересного. Так, пока ничего. А это что за шесть? Замок Аркан. Так, давайте замок пока не трогаем. Так, что тут вообще творится? Никто разговаривать даже не хочет. Так, ну тут мы уже как-то играли. Видели всю эту чепушню. Здесь тогда этого убила Брукс, чувака. Так, ничего особенного. Так, туда мы пока не идем. Все. Вылазим отсюда. Посмотрели на это казино, ничего особенного, видели уже. Так, давайте давай к лестнице подойдем, встретимся с той козой. Так, где-то здесь должна быть эта лестница. Подождите, где эта лестница, по которой мы... Блять, или это здесь было, да? По-моему, да, это было здесь. Точно. Вот она, подождать трейнер. Так, сохраняемся. Давайте ее подождем. А вот она там с кем-то воюет. Ух ты, блядь, какая сосредоточенность. А, она в шахматы нехило рубится, а тут что за игра? Ha ha.
Что Камчевка ударила? Или это так задумано, кто проигрывает? We were supposed to meet for lunch. I'm so sorry. I entered the tournament on a lark. I thought I'd be eliminated in the first few rounds. Oh, don't worry. You'll be free to join your friend in 20 moves or fewer. To Caesar. Ух ты, блядь, кто это такая? Это что за прикол? Give me your frigates now. I always take это супер игрок? Суза. She's knocked me out of four tournaments. That was before you helped manage intel for a galactic war. You're right. I've gotten a lot better since I came to the Normandy. Which is a frigate, by the way. So try not to lose him. Roger that. А ну давай, подруга. Ух! Понеслась битва. Disincentivizes sacrificing pieces casually. A few more centuries, trainer, and you might be a challenge. You must not have that much time to practice now, living on that warship. My people have more respect for the great thinkers. I'm able to live quite comfortably teaching Asari maidens tactics and strategy through this game. So job is playing games? Mentoring students in strategic and tactical simulations, yes. Specialist trainer here personally saved Grissom Academy. More than a dozen students owe her their lives. I'm sure she's a wonderful serviceman, but she just lost her last frigate. Ah! Traded her last frigate, actually, for your homeworld. На вашу родную планету. Тут ее прибило током. Да, продолжай тут в игры играться, когда мы могли бы в постели барахтаться. Ну, блять, это ее выбор. Так. А тут что у нас еще? Ага, это выход с этого помещения. Понял, все. Тут нам делать уже больше нечего. Получается, что мы тут все облазили. А, блядь, купить эту херню, блядь, для вечеринки. Да-да. Вечеринка, это хорошо. Блять, а у меня деньги есть, чтобы купить? Вот это будет, блять, реальный прикол. Ууу, какой тут движничок. Ауе. Я так люблю, как Шепард тут выплясывает. Такой именно, блять, зверь. Все, кончай, кончай тут булки расслаблять. Ждать кого-то. Кого мы ждем тут? Я что-то так и не понял. А. Такой взгляд. Фантазер. Commander Shepard is chasing the council. This is our chance. Oh shit, Cerberus. Ha ha ha! It's Joker. He can barely walk. How's he going to stop us? А, сел в робота, что ли? Да, он любит рассказывать всякие истории. Опа. А вот и он. Joking time.
Такой стал на него сверху. Робокоп. Believe what they're saying about Shepard. You? I don't think so. Okay, trying not to be offended there. Look, if Shepard were here... Shepard! Hi! I'm Commander Shepard, and I'll vouch for my pilot. Jeff Moreau is a hero. Everyone in this room owes him their lives, myself included. I'm so sorry, Commander. I had no idea. Drinks are on me, Lieutenant. Да, бери, набухивайся. Thanks, Commander. You can pay me back later. Так, хорошо. Вечеринка. О, 100 копеек. Ну, эти деньги, слава богу, у нас есть. Все. Продукты для вечеринки. Теперь можем идти... пляски устраивать всякие. Блять, я тут уже сейчас заблужусь в этом. Так, где это я? Ух ты, это что хочет? И чё это? Хрен поймёшь. Так. Где тут нож? А, этот интерьер мне не всрался. Так, я думаю, надо сохраниться перед этим. Перед вечеринкой. Хрен его знает, что там за вечеринка будет. Commander, I see you have purchased the necessary party supplies. When you are ready. You can send invitations from your private terminal. Так, сейчас разошлем. Все, приглашаем всех, пофиг. Tonight, Commander. I could set things up for quiet conversation, or would you prefer a more energetic evening? Энергичную. I think it's time to blow off some steam. Excellent choice, Commander. Allow me to queue up a series of popular nightclub tracks and drink lists. I will also modify my appearance to be more festive. Так, все, я готов движевать. Come on in. Thanks for coming. Thanks for the invite. Make yourselves at home. Thank you. Happy to be here, Shepard. Так, общаться с гостями. Man, this music is hot. The right music sets the tone for the whole party, right, Esteban? Sure. Hey, Shepard. You gonna have a drink? Sure. How's everyone doing? Ask me after five more of these. I'll drink to that.
Am I gonna find you on the floor tomorrow morning, LT? Here's hoping. Well, that's great. I can wake you up with my abuela's huevos rancheros. Hey, thanks for doing this. I kind of needed to unwind a bit, even just for a night. I think we've all learned to rest. That we have, Steve. Here's to us. And a chance to rest. Все? Пообщались, хорошо. You know why Cerberus is gonna lose? Demographics. You recruit a guy who's 20 and got no life, he'll work his ass. You know, I miss the days when Cerberus was just hilariously incompetent. What specific time period are you referring to, Jeff? Hey, Commander, this is Cerberus. We were studying some Rachni, and they got loose and killed all our guys. Can you take care of that? It's one system over from where we hooked some guy up to the Geth, who then got loose and killed all our guys. They did rack up quite a body count. At least back then, it was usually their own bodies. True. However, Cerberus did successfully revive Shepard from a near-death state. And after taking down the Collectors, I cut ties with Cerberus, got loose, and started killing all their guys. For which we thank you. Jeff, do you remember that I am also a Cerberus project? Oh, crap. Так, что нам еще осталось, с кем тут побеседовать? Так, поговорить с Лифом мы успеем. I can't get over the size of this apartment. The electric bill alone could have paid for my college tuition. Or funded the war. Or made a nice down payment on one of those Atlas things. So, Shepard, you can serve this swill, but can you drink it? Someone has to drive you all home. Are we sure the Normandy is still there? Has anyone else tried to steal it? Stealing the Normandy? Now there's an idea. Wait. Хитрая тварь. Сзади появилась неожиданно. You still have your toothbrush? No worries. I'm sure Cerberus would be happy to build us the SR-3. We've seen a lot of good times on the old girl. That we have. Some of you more than others. I'm just honored to have squeaked in. To the Normandy. And to falling in love with the ship's captain. Hi. I'm trying to socialize. I'm not particularly good at it. Not much for big parties? Well, if I know people, sure. But some of your friends are legends. I can't just ask if they've tried the hummus. Also, Dr. Chuckwas apologizes for not being here. It's some emergency medical consult on the Citadel. She sent some fancy liquor, though. It was great. Wish you could have had some. This is nice. I don't spend much time with everyone like this. As friends. Of course, if you wanted to steal me away later. Красть ее потом. Понял. Wow, this is quite the apartment. Seriously, you see that water? Hey, James, having fun? I'm relaxed, but fun? I think my kindergarten graduation was more fun than this. Very funny. Don't worry, I'll see what I can do. You know if that waterfall is warm water or cold? Ты что собрался тут плавать? Жопа ты в шляпе. Так, тут никто не хочет болтать. So, do you have infiltration software that like... Hey, Commander. Weird to see everybody here together. You think? Well, weird, but good. Nice to know it's not always arm-wrestling reapers with us. Anyway, thanks for putting it together. I'll try not to be too embarrassing. Edie, up for some bad examples of human behavior? I think you mean examples of bad human behavior. Just a hint. Grammar correction? Not the best icebreaker. Так, хорошо, тут поболтали. I must admit, I still feel like something of an outsider. Так, тут никого. Тут никого. Надо везде проверить. На втором этаже, я так понял, там Рекс ржет как конь. Так, давайте на второй этаж поднимемся.
Так, никто не залез в мой джакузи, блин. Ага, понял. Давайте тут сохранимся. Curious myself. What I miss? The Prothean here wants to know who would win in a fight between me and Brax. You gotta admit, Shepard, it's a good question. It is a good question. No, it isn't. Baby Pyjack here wouldn't stand a chance. Don't listen to this fossil. The only thing he could defeat is a glass of warm milk. Ha! I got head lice bigger than you, Junior. You boys done talking. Yeah. Only one way to settle this. Так, не разрушите мне тут дом. Now the party's starting. Another time, guys. I don't have time to buy new furniture. Ah, just when it was getting good. Yeah, you got lucky. Reminds me of Cora's den. Haven't been back there in a while. I wonder if there's anything stronger behind the bar. Too many things to break in here. Could be a fun. Да, очень хорошая вечеринка. What kind of music is this? That's not that club crap, is it? In my cycle, too many people in one room risk the high casualty rate if attacked. We should all be careful. Это да, это правду ты говоришь. 50,000 years from now, no one will remember this party. What is the point? Beware. Something called a Kasumi is on the premises. It pretends to be invisible. Foolish primitive. Nothing escapes these eyes. Понятно. Так, что у нас еще остается? Со всеми тут перечесали. Давайте к глифу подходим тогда. Your guests appear to be getting rowdy, Commander. Would you like me to change the intensity of the atmosphere? Давайте успокоим. Things didn't get too crazy. Let's bring things down a little. Excellent decision. Please give me a moment to switch to more relaxing music and prepare appetizers. Опять общаться с гостями, да ёб твою мать. I'm drinking, but it's not a drinking game. Shepard. Grunt. Shepard. Rex. Commander Shepard. Shepard, Shepard, Shepard. Что, их заело? Rex. Grunt. Shepard. Shepard. Перепили. Shepard. Shepard. Grunt. Shepard. Rex. Shepherd, Shepherd, Shepherd. Rex? Run? Shepherd. Shepherd. Ребята, вы гоните. Protheans can read the smallest details of our environment. Tattooed human. I would like to touch you. Commander! Javik? Apologies. I have been drinking the provided drinks. Sure. You might want to tap the brakes a little. Everyone having a good time? Will there be food available soon? You're hungry, Edie? No. However, my research suggests that serving intoxicants without nourishment is considered... Это ты правду говоришь, конечно, надо закусывать. In my sight, we had food. Many of them. Varieties. You feeling okay? I am Prothean. I never feel okay. For this drink is changing that. Know what I could go for? Fish and chips. Greasy, salty, crispy, flaky, melt in your mouth. Yes, that. Let's get that.
Shall I arrange some fish and chips, Shepard? Steve, is that your favorite? Actually, I'm a dessert guy. My aunt used to make this chocolate lava bomb cake. When I first escaped from Cerberus, I found these chocolate chip cookies at a store. But for the whole damn thing. Nothing in this cycle compares to the food of my people. Maybe you should get cooking then, Javik. Most of our ingredients are extinct. Except Kroger. Sarin, Durian, Barian, and Gory. Ну что, с них собрался готовить, кушать? Do not worry. I've been employing a socialization protocol feature that came with this unit. It is called Smile and Nod. Okay, I'll see about arranging more food then. You know, forget food. This bar is impressive. Let's crack open this bad boy and see what we can come up with. Beverages. More would be preferable. I'll check for more snacks when I get a chance. Thanks. When you get around to it. No rush. Nice party. And relax a bit yourself, okay? We'll see. Так, что тут? So, talking about food. At a party, like, for fun. Bored? Is there a place I can go light something on fire? The fireplace is right there. Nah. Отжечь, ты что собралась тут? Чпокаться, что ли? Дичь, блин. Так, не будем их трогать. I mean, the original Normandy was a big deal. You were there, Doc. What was it like? It was over. What are you guys talking about? James was just saying how he used to be a fan of the original Normandy. Oh? The ship that belonged to the first human Spectre? Hell yeah. But it's old news now. The SR-2's the best damn ship out there. Nothing can beat it. The original Normandy was developed by the Turian Council and the Alliance. It's a symbol of cooperation between members of the galactic community. And we wouldn't be where we are now without it. We wouldn't have the SR-2 if it hadn't been for the original Normandy. I'll never forget the time we spent on that ship. It meant a lot. It meant a lot to me, too. Yeah. So guys, how about that old clone thing? That was weird, right? Да, у нас там был секас с этой подружкой. Так, что тут еще? Кто еще хочет почесать языками? Так, надо осмотреться. Касуми практически не видно, она все прячется, блин. So, Edie said you found her voice attractive. Well, actually, she said the word you used was like... Wait, are you two arguing over Edie? No! Probably not. Okay, you know she smashed my head against the side of a shuttle? I know! Twice! I heard it from Liara. That was like forever ago. Plus, it wasn't Edie back then. It's really unfair of you to even bring it up. Yeah, what the hell was I thinking? Probably just brain damage making me touchy. Apology accepted. You know, it's not healthy to just bottle these things up. The hell is up? Still creepy, Kasumi. Well, I'm glad you two are drunk enough to finally deal with this. Oh, we weren't planning to deal with it. We're just happy giving each other shit. We can call Edie over, and you can discuss your feelings like mature adults. What? No. That would be weird. Just no. You don't think she knows? You guys, she's the Normandy AI. She sees every extranet site you browse. Note to self, delete browser history. I can show you how to set up an automated task for that. Так, здесь никто не хочет больше болтать. Все, можно спускаться вниз. Так, нормально тут. Ой, подождите, еще этих забыли, малышей. This place is a goddamn joke. Sight lines aren't bad. One point in its favor, loves. Yep, ever since I was good.
What are you guys doing over here? Looking at this poor excuse of an apartment, that's why. Ничего себе жалкое подобие. What would you do if another one of your clones broke in here, right? Offer them a cup of tea? There are too many windows, and they're too big, makes it easy for someone to track your movement. Так зашторим их. Be easy to set up a defensible position over there. I'd extend a wall out, prevent someone sticking you in the back. Good idea. Wish I could have done that back in the day on Omega. Why don't you two relax and enjoy the party? The apartment's fine. Fine. Suppose tomorrow it's Liara's clone that comes after you. Or Joker. Yeah, him. Twitchy little guy. Might already be a clone. An evil one. Злобный клон. Have fun. Shepard, you move the Normandy's main battery into here, and I think I'm home. Да, может тебе здесь вообще еще, блядь, ядерную бомбу поставить, чтобы ты мог, блядь, себя в безопасности чувствовать. Засранец. Так, давайте сохранимся. The party appears to be a success, Commander. Do you require anything further? Так, приготовить закуски. Sure. Edie mentioned she may want to cook something. Why don't you join? Of course. I am sure we will be capable of approximating an organic pout between the two of us. Так. Давайте это общение с гостями продолжим на следующее видео. С вами был Олегыч, это канал Олегыч Геймс. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии. До встречи.